Товарищ майор, по вашему приказанию прибыл! Есть! Разрешите исполнять! Идите, Маша, идите. Что это? Что это, наркотики? Думаю, наркотики. Но каждый из них утверждает, что никто ничего не употреблял. Надо взять кровь на анализ. Товарищ майор! Есть! Разрешите идти? Идите, молодой человек, идите, только недалеко. Есть, товарищ майор! На стол их все сожрали. Ну, блюдо с пирожками стояло на столе. Ну, а мы с ребятами договорились. Если на столе стоит, значит, можно есть всем. Ну, там еще записка была прилеплена. Съешь меня. У меня к вам вопрос, пока без протокола. Вчера вечером, когда Маша и Аня пекли пирожки, вы сказали, что внизу их ждали. Ну да, и что? А на самом деле их никто не ждал. Возможно, их специально хотели удалить из кухни. Зачем? Получается, что вы девушкам соврали. Зачем? Меня просто попросили передать, и все. Кто? Честно? Не помню. Я неделю готовился к зачету и не спал совсем. Хотите, расскажу про височно-челюстно-лицевой сустав? Или про кости плечевого пояса? А про то, что кто там передавал что-то, я не помню. Ну, девчонки, наверное, какие-то. Ясно. А чего так прицепились-то к этим пирожкам? Ну, по-моему, просто чья-то глупая шутка, и все. У нас тут многие любят пошутить. Кэт, например, такая шутница. Ну, остальные, в общем-то, тоже хороши. Снимите, пожалуйста, украшение, которое вы носите на шее. Зачем? Прошу вас, снимите. Вторую половинку мы нашли в сумочке Натальи Гуговой. Вещь эта ручной работы, разрезана пополам. И экспертиза это наверняка подтвердит. Ну и что? Да, мы встречались с Наташей 3 года назад. Гуговой она еще тогда не была. Потом я ушел в армию. У Наташи мама попала в больницу. Ну и через какое-то время она перестала мне писать. Вы нашли перчатки, которые вы спрятали в холодильнике после того, как убили Гугова. На них ваша ДНК и кровь Гугова. Ну, что скажете? Ну что ж, я готов ответить за свои поступки. Но я не жалею о том, что сделал. Я должен был избавить Наташу от этого. Наташа. Уходи, уходи, мне нельзя с тобой. Подожди. Ну что происходит? Я ничего не понимаю. Я люблю тебя. Я вижу, что ты несчастна. Но почему ты избегаешь меня? Муж убьет меня, если узнает. Ну что, бьет тебя, что ли? Бьет! Ай! Господи, да он же бьет тебя. Наташа, зачем? Ну так же нельзя. Ты пойми, я совершила страшный грех. Я помогла своей маме уйти из жизни. Она очень просила, она очень мучилась. Но это грех. Но если с мужем что, то я ж в тюрьму. Я не верю. Ты не можешь быть ни в чем виновата. Это мой крест.